Здравствуйте. Предлагаю связать вместе со мной маленькую детскую сумочку панда. Для работы нам понадобится нить молочного цвета, нить черного цвета, немного нити белого цвета, две бусинки для зрачков панды и еще по желанию можно вставить молнию. Крючком я буду вязать номер 4, который соответствует толщине моей нити. Итак, приступим к работе и свяжем вот таких вот два овала, из которых состоит сумочка. Провязываем вначале начальную закрепительную петлю. Затем вяжем 14 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Делаем накид и в четвертую петлю от крючка будем провязывать столбики с одним накидом. 1, 2, 3 и вот четвертая петля от крючка. Вяжем первый столбик с одним накидом. 1. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И у нас остается еще одна петля цепочки. В нее мы провяжем 5 столбиков с одним накидом. Один. Два. Три, четыре, пять. И теперь будем вязать также по кругу, но с другой стороны цепочки. Провяжем снова 10 столбиков с одним накидом. В следующую петлю вводим крючок и провязываем первый столбик. Один, два, три, четыре, пять,
5. Шесть, семь, восемь, девять, десять. В следующую петлю провяжем 4 столбика с одним накидом. Один, два. Три, четыре. И соединительная петля в следующий столбик. Так мы с вами провязали первый круговой ряд. Второй круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом, и вяжем еще 10 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И теперь будем вязать над каждым столбиком последующим. Их у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. Будем вязать в каждый столбик по 2 столбика с одним накидом, то есть 5 прибавлений. Провязываем первое прибавление. 1, 2. Второе прибавление. 1, 2. Третье прибавление. 1, 2. Четвертое прибавление. 1, 2. И пятое прибавление. 1, 2. Далее вяжем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. И снова будем провязывать прибавление. Провязываем первое прибавление. 1, 2. Второе прибавление. 1, 2. Третье прибавление. 1, 2. Четвертое прибавление. 1, 2. И пятое прибавление. Так как у нас с этой стороны было, здесь у нас провязано уже 3 воздушные петли, заменившие нам 1 столбик с одним накидом. И сюда же под петлю предыдущего ряда провязываем еще 1 столбик с одним накидом. И это у нас получилось как бы пятое прибавление. И присоединяемся с соединительной петлей. Так мы закончили вязать второй круговой ряд. Третий круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее свяжем 12 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И затем последовательно провяжем 6 прибавлений. Провяжем первое прибавление. 1, 2. Второе прибавление. 1, 2. Третье прибавление. 1, 2. Четвертое прибавление. 1, 2. Пятое прибавление. 1, 2. И шестое прибавление. 1, 2. Далее провязываем 14 столбиков с одним накидом. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. И снова 6 прибавлений. Провязываем первое прибавление. 1, 2.
Второе прибавление. Один, два. Третье прибавление. Один, два. Четвертое прибавление. Один, два. Пятое прибавление. Один, два. И шестое прибавление. Один, два. И заканчиваем третий круговой ряд, провязав еще один столбик с одним накидом. И присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Так, мы с вами провязали три круговых ряда. И провяжем еще последний, четвертый ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем 13 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И снова у нас идут прибавления. Сейчас прибавим 3 раза, провязывая по 2 столбика из одной петли основания. Первое прибавление. Один, два. Второе прибавление. Один, два. Третье прибавление. Один, два. Далее свяжем 4 столбика с одним накидом. Один, два, три, четыре. И снова 3 прибавления. Первое прибавление провязываем. Один, два. Второе прибавление. Один, два. Третье прибавление. Один, два. Далее будем вязать последовательно 16 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.
Провязали 16 столбиков с одним накидом. И теперь провяжем еще 3 прибавления. Первое прибавление. 1. Два. Второе прибавление. 1. 2. Третье прибавление. 1. 2. Затем последовательно провяжем 4 столбика с одним накидом. 1. 2. 3, 4 и снова 3 прибавления. Первое прибавление 1, 2, второе прибавление 1, 2, третье прибавление 1, 2. И заканчиваем ряд, провязав еще 2 столбика с одним накидом. Провязали 1 и 2 столбик и присоединились соединительной петлей в 3 воздушную петлю подъема. И теперь ниточку можно обрезать. Таким же образом вяжем и второй овал. После того, как мы свяжем 2 овала, мы будем вязать ушки панды. Вот такие у нас будут у нее ушки. И для этого берем нить черного цвета и вяжем следующим образом. Скользящую петлю будем провязывать 12 столбиков с одним накидом. Провяжем вначале 3 воздушные петли подъема, и они нам заменят первый столбик с одним накидом. Итак, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, еще один столбик, 12. Провязали 12 столбиков с одним накидом. Затягиваем кольцо. И присоединяемся в 3 воздушную петлю подъема соединительным столбиком. Теперь ниточка, которая у нас осталась от волшебного кольца, нужно закрепить. Поэтому возьмем крючок меньшего размера, либо иголочку. И закрепим нить, чтобы она у нас не распустилась. Теперь можно продолжать вязать второй круговой ряд. Второй круговой ряд. Вначале провяжем 3 воздушные петли подъема. Это у нас столбик с одним накидом. И сюда же еще свяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И так будем чередовать до конца ряда, провязывая прибавление 1,
2. И в следующую петлю провязывать будем 1 столбик. 1. Черная нить, я понимаю, что вам не очень видно. Поэтому я постараюсь так вам объяснить, чтобы вы поняли. Итак, провязываем прибавление 1, 2, затем 1, снова 1, 2 и 1. И так продолжаем вязать до конца кругового ряда, чередуя прибавление и провязывая за ним столбик с одним накидом. Довязали ряд до конца и присоединились соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Далее провязываем одну воздушную петлю и теперь будем вязать по 2 столбика без накида вместе. То есть провязывать 2 столбика вместе. Вводим крючок в следующий столбик, провязываем первый столбик не до конца. Вводим во второй и также не до конца. Затем провязываем столбик вместе. И следующие 2 столбика также провязываем вместе. Всего у нас получается 9 раз мы провязываем по 2 столбика без накида вместе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще одно убавление 9. И в конце присоединяемся в первый провязанный столбик без накида соединительной петлей. Ниточку можно обрезать. И спрятать ее аккуратно вовнутрь ушка. Связали 2 ушка. И теперь свяжем 2 заготовки черной глазницы. Возьмем нить черного цвета и вначале провяжем начальную закрепительную петлю. Далее свяжем 5 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю от крючка 1, 2 провязываем столбик без накида. В следующую петлю цепочки провязываем полустолбик. Затем в следующую петлю столбик с одним накидом. И у нас остается еще одна петля цепочки. В нее мы провяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5. Продолжаем вязание по кругу с другой стороны цепочки. Провязываем в обратном направлении в зеркальном. Следующий столбик, столбик с одним накидом. Затем полустолбик в следующую петлю предыдущего ряда, столбик без накида, и вот здесь у нас была в начале воздушная петля, в нее мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3.
Ряд закончен. И будем вязать еще один ряд. Провязываем в первую петлю и последовательно 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее провяжем 4 прибавления. В каждую последующую петлю будем провязывать по 2 столбика без накида. 1, 2, первое прибавление в следующую петлю. 1, 2, второе прибавление в следующую петлю. Снова провязываем 1, 2. Это третье прибавление. И последнее прибавление. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. И еще последовательно в каждую следующую петлю вяжем столбики без накида. 1, 2, 3. И 4. Заканчиваем ряд соединительной петлей. Ниточку обрезаем, оставив длину для пришивания. И вяжем еще одну такую деталь. У нас их две. Связали две заготовочки черные для глазок. И теперь давайте свяжем носик. Носик мы вяжем также черной нитью. И для этого в скользящую петлю вначале провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И сюда же еще свяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И присоединяемся соединительной петлей. Скользящую петлю. Здесь мы затягиваем, а ниточку оставляем подлиннее, для того, чтобы можно было потом ею вышить еще ротик нашей панды. Здесь вот эти две ниточки между собой можно закрепить. Нам еще осталось связать с вами белую часть глазика. Их у нас также две детальки. Одна у меня уже связана. И сейчас мы с вами свяжем вторую деталь глаза. Провяжем начальную закрепительную петлю и 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В
Второй круговой ряд провяжем в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида, то есть 5 прибавок. И у нас получится с вами 10 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3. В следующую петлю также прибавление 3, 4. В следующую петлю 5, 6, в следующую петлю 7, 8, и еще одно прибавление 9, 10. Связали такой вот маленький кружок и присоединились соединительной петлей в следующую петлю. Также обрезаем, оставив нить по длине для пришивания. Ну, теперь можно собирать лицевую сторону сумочки. И для этого берем одну из заготовок овальных и размечаем, где у нас будут расположены глаза. Ну, приблизительно вот так. Но перед этим мы должны нашить на черные глазницы белые кружки. Итак, сначала пришиваем, смотрим на картинку. Пришиваем белую, потом пришиваем зрачок бусинку и уже потом пришиваем полностью готовый глаз. Когда я пришила белую глазницу к черной, мне показалось, что черная глазница немного маловато. Поэтому я провязала еще один ряд нитью черного цвета. Здесь я вязала столбиками, здесь сделала через один столбик без накида прибавки. И таким образом я увеличила эту глазницу. Если кому достаточно такая величина глазика панды, оставляйте как есть. Если же нет, то так же, как я, провяжите еще один ряд черной нитью. И вот глазки пришиты. Теперь пришьем носик панды. И затем вышьем ротик. Пришили носик и вышиваем ротик. Ниточку с изнаночной стороны работы закрепим.
Теперь отметим, где у нас будут ушки. С одной стороны приколем иголочкой. И с другой стороны. Когда мы наколем, отметим, где у нас будут ушки, мы сошьем, вернее, свяжем вместе одну и вторую половинку заготовки. Возьмем нить молочного цвета и, начиная вот с края одного из ушек, если смотреть с лицевой стороны, то это у нас левое ушко. И, введя крючок под обе петли, вот таким образом будем сшивать заготовки. И все время крючок вводим под обе петельки. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем петлю. Так, обвязываем до следующего ушка, которое находится с правой стороны. Довязав до конца, ниточку обрежем и освободим крючок. И теперь давайте свяжем вот такой шнурок. Шнурок вяжется обычно, провязывается цепочка из воздушных петель. Я вот уже связала на нужную вам длину. И затем по цепочке можно вязать столбики без накида. Можно просто соединительную петлю, начиная со второй петли от крючка. Можно провязать соединительные петли. Вот такой получается шнурок. И затем, когда будет связан шнурок, приступим к тому, что будем пришивать ушки. Крайние ниточки мы должны обязательно закрепить. Их можно спрятать в ушки. Затем вот так вот вставляем ушко. И ниточкой белого цвета, так чтобы не видно был шов по нашей сумочке, пришиваем аккуратно ушко, захватывая обе стороны сумочки. Захватываем с этой стороны, затем ушко. И выводим иглу
на лицевую сторону сумочки. Вот такими вот мелкими стежками пришиваем ушки. Пришьем одно ушко и затем второе. И вот ушки панды пришиты. И осталось нам еще пришить шнурочек, который пришивается вот так в задней части ушка. И по желанию можно вставить молнию в сумочку, чтобы она открывалась и закрывалась. Деткам очень нравятся замочки. И такую сумочку можно связать для своей младшей сестренки, маленькой доченьки, племянницы. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до скорой встречи.